Ну, давайте мне 6 часов, я прожил. Ура! Мы прошли. Ну и, конечно же, я обязательно сниму ролик про скримеры. Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Inferno Games. Сегодня мы будем играть в игру под названием Spring Nights 2. Это демо-версия, вышла она в 22 году. Restart Studio. Видимо, это создатель. Игра на русском почему-то. Ну ладно. Let's party. Понял. Так, это у нас вентиляция. Ясно. Так, доживаем до 6 часов утра. Ну, это же демо-версия, наверное. Я так понимаю, что тут, наверное, будет одна ночь. Ну, скорее всего. Может быть. Нет, я знать не знаю. Посмотрим. Ой-ой. Фредди-кусы пришли. На превьюшку пойдете. Первый. Ну, я так понимаю, маска... А для чего эта штука? Давайте проверим. А, вот оно что. Всякий случай вентиляцию закрою. Я так и думал. Я чуял подвох. Ой-ой. Не надо. Это тоже на всякий пожарный. Я сейчас подумаю, что на привычку сделать. Так, он свалил. Сейчас побрякает по вентиляции и пойдет. Все, я так понимаю, он ушел, поэтому можно открывать. Проверяем только вентиляцию. Большую часть. Больше ничего не надо, в принципе. В принципе, ребят, не так уж и трудно. Скримеры, конечно, я сделаю. Обязательно. О, Фредикус, Фредикус. О, пасхалочка, одобряю. Это хорошо. Так, 3 часа у нас. Пока что. Сейчас первый придет. Второй. Вентиляцию закроем. На всякий пожарный. Лучше закрыть вентиляцию. Так, если что, то током его жахнем сразу же, если придет. Через маску хотя бы можно. Все. Так, 4 часа, все прекрасно, все хорошо. Все прекрасно, все хорошо. Так, он ушел. Ушел. Так, все на месте. Да. Все на месте. Все прекрасно, все хорошо. Поглядываем, если что. Здравствуйте, Федор и Федор 2. Ну, это, я так понимаю, Фредбир. Просто он как Спрингтрап. Немножечко. Просто немножечко, вот прям совсем чуть-чуть.
Ну, давайте мне 6 часов, я прожил. Ура! Мы прошли. Ну и, конечно же, я обязательно сниму ролик про скримеры. Это будет в этом ролике, просто я это обрежу, чтобы было. Так, что у нас тут? Спасибо, спасибо за игру в эту демо-версию. Goldbone. Разработчик и программист этой игры. Ну, Goldbone, я понимаю, что ты сделал игру хорошую, хоть она и демо-версия, но спасибо за игру. Ну, блин, ладно, я, конечно, люблю ошибки, но в следующий раз лучше отредактирую, чтобы хотя бы потом было спасибо. Просто я так говорю, не переживай, все хорошо. В общем, игра хорошая, мне понравилась. Спасибо тебе за разработку этой игры. Скримеры я обязательно сделаю позже, поэтому ожидайте. Ну а на этом пока все. С вами был Inferno Games. Подписывайтесь на ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте ролик, комментируйте его. Также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, дабы чтобы не пропустить следующие серии. Ну или же так просто, чтобы знали наверняка. В общем, ребят, увидимся с вами на следующих сериях. Всем удачи и всем пока.